Итак, ребята, всем привет, с вами Край, в общем-то, с наступающим еще раз Новым годом! Счастья всем, здоровья, вот, самое главное, здоровья, удачи. Вот, все остальное оно будет, деньги будут, любовь будет всегда, да. Вот, не повезет любви, повезет в деньгах. Вот, так что, ребята, не расстраивайтесь, следующий год должен быть намного лучше, ежели не этот. Вот, в принципе... Кто, в принципе, что-то ждет от Нового года, да, вот от следующего непосредственно, вы напишите в комментариях, мы все почитаем. Вот, кого что, зачем и почему. В общем-то, ребята, ну, я думаю, вы так прекрасно поняли то, что это видео неспроста, а прислали нам реплейчик, вот, с пометкой «Мустер», вот. Уважаемый Карлосом, я тебя настоятельно прошу, чтобы ты скидывал... реплей на мастера, да, вот, на почту, вот, тем более почта под каждым видео, она указана. Ладно, давайте, в общем-то, поехали. Ребят, между прочим, ну, это как бы ко всем относится, пожалуйста, отправляйте все на почту, чтобы я ничего не перепутал, серьезно, мне так гораздо проще просто. Давайте посмотрим. Значит так, с нами, о, кстати, во взводе, смотрите-ка, ФВ-215Б только, и Е5, вот как раз, сейчас посмотрим их. Так, с нами еще побахали, Апарт 268, Бачат 9 уровня и Хомяк против нас, Чифтейн, ТМК-6, Е100 Жир, Е4, Е5, 268, 704, Т-54. И карта, между прочим, морской рубеж, очень хорошо, в принципе, отыграть от УВНов можно, вот, тем более нашему главному герою, потому что у американцев, у них что славится очень сильно, правильно, это крепкая башня, но очень фиговая тушка. Так, смотрим, в общем-то, что, куда, какой разъезд. Ребят, смотрю вместе с вами первый раз. Так, ну смотрите-ка, вот взвод у них, да, вот, они едут сразу же, они сразу же едут на сторону ТТ, то есть отыгрывать от УВНов, что у 215Б есть УВНы, что у нашего героя есть УВН, это уже хорошо. Вот, то есть, в принципе, все будет комфортно, вся игра будет происходить. Так, смотрим, ага, Чифтейн тут, Т-54 залетел на балкон, что будет происходить дальше? Сразу же наш главный герой упарывается на 5-4. Ну, в принципе, правильно делают. Что, нужно выкуривать с балкона, потому что нас и так будут оттуда, грубо говоря, контролить. Так еще и при этом с балкона. Не, это не камильфо. Так, выцеливает, не пробивает голдой Чифтейна. А вот тут Е100 на нас как раз таки. На нас как раз таки. Бачат уже отлетел, походу, бабаха там отработал. Точнее, либо 268, либо 704, либо Е4. Может быть, они там втроем отработали. Так, отлично, 374 проходит. Еще пока ни разу свой ХП не разменял. Разменивает только союзник. Так, кто-то выезжает, 268. Эх, надо было другой каточить. Ну ладно, видите, башня танкует очень хорошо. 5-4 уже помогает, 268. Пробивает, идет уже размен ХП. Блин, что не очень хорошо на самом деле. Но, смотрите. Знает, куда целить. Но это же совок, ребята, это же совок. Здесь ничего не поделаешь с ним. Еще раз выцеливаем. Так. Есть пробитие. А вот британец не пробивает. Американец пробивает, а британец нет. Не знаю, я хочу на самом деле этого британца. Не знаю почему. Сколько у него там КД? У британца. Что-то там в районе 5 секунд, что ли, или чуть больше. Хорошо, хорошо разменивается наш главный герой. Прикрывает нашего совзводника до последнего, посмотрите. Выцеливают 215Б, ну, видите? Эх, жалко. Ну все уже, в принципе, тут эх альфа. Да, такое слово не слышали. Вот видите, как он все правильно сделал. Еще назад
больше отъехал для того, чтобы не размениваться хп. Все правильно делают. Я ничего, я даже никаких нареканий нету. Вот. Карлосон, ты молодец. Но все равно, смотрите-ка, счет-то 3-3. Счет-то 3-3. Уже 4000 набито. 1500 оттанкованного. Так, стреляет голдой и добирает. Отлично. 4-4. Ладно. Е4 довольно-таки, знаете, такой танк. Вот по правде говоря, вот я на нем играл. Вот. Классно, блин, то, что там вылетает и 6 сотен, и может 8 сотен вылететь. Вот. У него вот есть вот эти вот позывы тяжа, но это все равно ПТ. Вот, потому что, опять же, у него только крутится башня на 90 градусов, что влево, что вправо. Вот. У военов, блин, мало, конечно. По сравнению с предыдущим танком Т-30, да, на этом танке они просто отсутствуют. Вот, то есть на Е4 реально отсутствуют воены. Так, ну 5-4 должен отлететь от Леопарда, по идее. Да. Заберу тебя с собой. Да. Ребята, вы не думайте то, что если я там не стримлю танки, значит их не будет. Это ничего не значит. Просто у меня от них бомбануло, поэтому я и не стримлю их. Так, 5000 домашки, между прочим. 5707. Эх, Леопарда забрали. Обидно. 2000. 2000 на танковом, почти 3000. Ну там 2,5 пусть будет. Так, все отлично, добрали. Бабаха неизвестно, где что-то там каталось. Посмотрим, в общем-то. По идее, это же должен быть мастер. И это у нас мастер. Это у нас... Что у нас? Основной калибр, поддержка, ребята. И стальная стена. Посмотрите. Что там вообще произошло? Вот Леопард молодец. Вот. Почти все время помогал. Вот что-то как-то плохо отыграл наш союзник. 59%. Не знаю, может быть из-за того, что ФВ-215Б слишком большой. А вот этот чувак просто, блин, великолепный. Муа. Обожаю этих, блин, в кавычках, товарищей. Покупаете бабаху, блин, делаете всего лишь один выстрел. Смотрите. Один выстрел. А, нет, смотрите, сделано 5 выстрелов. И 2 из них только пробито. Нормально. Не умеете играть на бабахе, не садитесь на нее вообще, блин. Вон, садитесь, блин, на Ягдпанзер Е100, блин, там, я не знаю, кого там еще. Вообще нужно таким вот людям на СТ пересаживаться и все. И пусть они там высвечивают, а они стоят, блин, в кустах. У него 1500 до КВ-3, господи. Как он может? Вот мне интересно десятки. Бачат. 140-й. Ну смотрите, не заходит ему бачат. Не заходит ему бабаха. Ему все равно не играет. Я по процентам побед слушаю. И 7 тоже 49. Вот на Е100 ему заходит. На Ягдпанзер Е100 тоже заходит. На Хэвике ему заходит. То есть, в принципе, тяжелый такой сетап-то. Вот. Ну нахрен он бабаху выкачил, я не понимаю. Уничтожено машин противники 892 за 1111 боев. $2 миллиона уже нанес. Да. Ребят, в общем-то, если понравилось видео, поставьте палец вверх. Если не понравилось, поставьте палец вниз. Это уже от вас зависит, это ваше мнение. Вот. Я никому не говорю о том, то, что... Не призываю, грубо говоря, ставьте там лайки. Вот, что еще хочется, конечно, сказать. Ребят, еще раз всех с наступающим. Вот. Жду вас на моих стримах. Вот, не только по танкам. Вот, ну и по другим, естественно, играм. Потому что в танки можно всегда будет поиграть. Вот. А в некоторые игры не всегда. Вот. Танки вон, пожалуйста, поставился на телефон, ходи и играй, блин. Вот.
Так многие это делают. А я говорю про то, про те игры, которые вот реально только можно поиграть на ноутбуке, к примеру, там, либо на стационарном компьютере. Кто чем владеет, какой техникой. Вот, поэтому... А чё поэтому? Поэтому вот что я могу сказать, в общем-то. Ребят, вот ноутбук отъедет, да, наверное, скоро. Я надеюсь, то, что все-таки его купят. Ну вот, и тем более хороший какой-нибудь человек. Вот. И нам придется какое-то время, ну, быть без стримов. Вот. Не знаю, может быть, там, в принципе, мы тестировали World of Warships Blitz. Мы тестировали на телефоне, я прям с телефона заводил трансляцию. Вот, единственное, конечно, там что-то со звуком, короче, какая-то беда, я не знаю. Вот. Но если на крайний случай прям, вот, ну, нужно вот будет уже стримить, да, то есть там, не, ну, не втерпёшь, вот. Я, конечно, да, я могу взять, там, запустить танки... прям с телефоном. Вот. Конечно же, сразу же говоря то, что читать чат очень буду редко. Вот. Там на какие-то либо вопросы тоже. Вот. Статистика сразу же упадет. То есть буду играть вообще как неандерталец. И какую-либо информацию просто на стриме вы не увидите. Вот. Так что, ребята, в общем-то... Еще раз всех с наступающими праздниками, с наступившими каникулами. Вот. Что еще? Счастья, здоровья, любви, удачи, мирного неба над головой. И знаете что? Учитесь не на своих ошибках, а на чужих. Вот, вам будет гораздо проще жить. Ребят, еще раз всем большое спасибо. Всем пока. До скорых встреч.